Краски, разлитые по холсту, необычно обработанные фотографии – все это новая выставка «Салон движения искусства энергии», открывшаяся в Великом Новгороде на днях. Выставка сама по себе необычная, в ней очень широко используются цифровые средства искусства, и особенное восхищение у меня вызывают также картины, написанные маслом, вот в особенности работы из Румынии и Канады. Международное движение искусства и энергии проводит свои показы каждый год в разных городах мира. В 2010-м салон открылся в Чикаго, сейчас в Великом Новгороде. На экспозиции только лучшие работы, выбранные пользователями социальной сети. Они проводят интернет-голосование по всему миру, от Америки до Голландии, от Румынии до Японии. И выбирают лучшие работы. Около 100 художников в этом движении. Они выбирают лучшие работы, и вот эти работы поступают в салон. Из 100 лучших работ в Великом Новгороде представлено 21. Не без помощи новгородской таможни. Картины почти без проблем прошли все необходимые процедуры на почте. Правда, самая главная работа, победительница того самого интернет-голосования, из Японии так и не успела прибыть к открытию. Ее ожидают уже на этой неделе. Каждая такая работа наполнена чем-то необычным и непривычным для взгляда простого обывателя. По мнению Василия, он такой сюрреалист немного. В нынешних живописных работах не хватает энергии. То есть они акварельки, ну, повествуют, ну, там, мотивчики. А вот чтобы... Вот такого как бы нет. На картинах борьба добра со злом, ад Данте, деревья из 100 бабочек. Разные техники, разные стили. Распыление красок на холсте, фотомонтаж, цифровой рисунок. Все это переносит посетителей в иной, неизведанный до этого мир. И в этом миссия – найти себя другого в этих картинах. Выставка «Салон движения искусства и энергии» в городском выставочном центре «Диалог» продлится до 12 мая. Роман Гаджиев, Федор Назаров, новости Великого Новгорода.